Самарскую церковь «Дом Божий» посетил член Всемирного христианского совета епископ Олег Серов. Вместе с супругой Натальей они прибыли в Самару, чтобы поддержать церкви, поделиться Словом Божьим, а также помочь в решении насущных проблем и задач. Я счастлив, что Господь призвал меня служить в этой команде, в ассоциации христианских церквей вместе с Олегом Серовым. Я его знаю и благодарен за те благословения, которые он приносит для нашей церкви, служа словом, поддержкой, молитвой, вместе с женой, вместе со своей командой. Мы общаемся, встречаемся и радуемся, что можем вместе делать дело Божье. Я его не знаю как человека, но я влюбился в этого человека, я влюблен в этого человека, как именно в брата. Это для меня пример, какой человек, какой мужчина должен быть в Иисусе Христе. Да, это, ну, на самом деле человек муж Божий. В ходе богослужения пастор церкви Антон Чумаков представил собравшимся служителей из Пензы, после чего епископ Олег Серов проповедовал о том, что важно не просто приходить в церковь, но быть учеником Господа Иисуса Христа. В завершении своего визита Олег и Наталья Серовы благословили самарских служителей и церковь. Мы сегодня слышали удивительное слово, что самое интересное, как действует Дух Святой. Это слово было вовремя. Это слово, в котором реально нуждалась наша церковь, и мы благословили. Очень хороший вопрос, который поднимался в проповеди, а действительно ли я являюсь учеником Бога? Или я просто знаю слово, или я просто хожу в церковь? Я думаю, что для каждого из нас эта проповедь была ценной, чтобы именно взвесить, может быть, пересмотреть свою жизнь, свое отношение к Богу, к церкви, к своим лидерам и пастырям. Замечательный город, замечательная церковь, открытое небо над этой церковью и великое Божье благословение, которое Господь имеет раздать в этой церкви людям. Я вижу, я знаю, что у этой церкви великое будущее, и у этого города есть шанс в лице этой церкви. Сергей Киреев, Павел Шишкин, медиагруппа «Живая вера», специально для телеслужбы «Благих новостей».